Участковые инспекторы Талдыкургана пересели на скутеры. По городу на железных конях будут передвигаться больше 20 полицейских. На новом мототранспорте они станут мобильнее, уверены в руководстве Департамента внутренних дел. И это должно отразиться на раскрываемости преступлений. А сами участковые говорят, что теперь могут проехать по узким переулкам и дворам и будут доезжать до места происшествия за считанные минуты. Впоследствии этот опыт будут внедрять и в районах области. Очень удобно для мобильности, тем более сейчас город растет очень. Автотранспортов много в городе, за счет них вот затору много за счет автотранспорта. Вот из-за этого нам удобнее между автотранспортом, например, проехать. Мы планируем в ближайшие годы обеспечить техникой всех участковых областей. Население в глубинке содержит скот. Поэтому встречаются случаи скотократства, воровства личного имущества. Поэтому надо, чтобы наши сотрудники были обеспечены всем необходимым. Кроме того, сейчас решается вопрос установки в крупных поселках камер наблюдения.